По ним плачет сцена Евровидения. Но сегодня они здесь, на сцене столичного телевидения. Второй полуфинал детского шоу «Хорошо» снова собрал полный зал. На сцену вышли девичий певчий хор «Жеробинка» – Чехия, коллектив «Линксмасис До» – Литва, детский хор «Великан» – Россия, образцовый хор «Фест» – Беларусь, детская вокально-эстрадная студия «Кнопочки» – Эстония. В конкурсной программе классические композиции и хиты стран-участниц. За сценой ни слез, ни даже видимого волнения. Вот что значит профессионалы. Стольким артистам можно учиться у этих детей. Это наше второе выступление. Предвкушаем, каким оно будет. Пришел, спел, поразил. Это по-нашему. А судьи кто? Знакомые все лица. Певец Саша Немо с дочерью Аней. Народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок и его внук Богдан. Заслуженный артист Республики Беларусь, оперный певец Владимир Громов и его сын Макар. Певица, телеведущая Нина Богданова и ее крестная дочь Анаис. Из новичков в составе жюри народный артист Беларуси, певец Александр Тиханович и его внук Иван. Ну, детский конкурс – это всегда очень серьезно. Я думаю, что надо судить открыто, искренне. Как ты думаешь? Конечно, пришло время услышать мнение нашего глубоко уважаемого жюри. В первом полуфинале это было не просто хорошо, хоро великолепно. Мы знакомились. Поэтому сегодня, возможно, комментарии будут не столь восторженными, но абсолютно искренними. В общем-то, хорошо получилось, мне кажется. Вот. И Богдан что-то добавит. Да. В каком хоре самые симпатичные девчонки? В хоре «Беларусь», конечно. Что касается выступлений молодых артистов, их прокомментирует Ваня. Мне очень понравилась Литва. Очень интересное исполнение. Что касается вообще всех, в принципе, конкурсантов, выступающих, многие как-то позволяют себе выключаться в эмоциональном плане. Если уж это жест, то он должен быть отражением какой-то эмоции, а не только потому, что учительница сказала вот так вот ручкой сделать. Музыкант любой страны. Кстати, вот это и подчеркивает последняя команда из Чехии. В какой бы стране он ни учился петь, если он забывает слова, он поет сразу «па-ба-да-ба-ду». И все прекрасно поняли, несмотря на то, что девочки приехали к нам из Чехии. Такими оценками жюри наши конкурсанты вступают в третью конкурсную неделю. В обязательной программе финала – народные песни и мировые хиты. На кону 5 номинаций и гран-при международного детского шоу «Хорошо». Уже в следующее воскресенье награды достанутся самым харизматичным, ярким и талантливым участникам. А пока смотрите дневники проекта каждый будний день на телеканале СТВ и пойте вместе с нами. Еще не поете? Тогда я иду к вам, и вы запоете, как миленькие.